Всем привет! Многие видели первую часть балета, которую я назвал «Балет Фьюжн». И я получал комментарии, что это типа не балет. Поэтому умники. Сегодня... Умники, хреновы, да. Поэтому сегодня мы решили все-таки доказать, что прима московского театра умеет танцевать балет. Невероятно. Я сделала то, что я никогда не делала. Я танцевала на улицах, на меня смотрели люди. И хочу вам сказать, что я всегда боялась это сделать, но Костя меня на это подтолкнул. И если бы не он, то я бы никогда не испытала этих невероятных ощущений. Большое, поэтому большое. Каждый должен это попробовать. Делайте то, что вы всегда боялись, и поверьте, что вы будете собой довольны. И Нью-Йорк создан именно для этого. Будь собой, иди к своей цели, и все здесь самое все лучшее делают. Впереди. Я люблю тебя.